Эндроид Уп, у микрофона Фикс. Да ладно, я не так выгляжу. Я выгляжу вот... Стоп, тоже не то. Я выгляжу вот так. Здрасте, всем привет всем, кто до этого времени не знал. И этот ролик буду монтировать я, не мой монтажер, поэтому считаю нужным показать, что я умею. Раз, два, три. В общем, я думаю, вы поняли, что я крутой, а теперь к новостям, почему этот ролик есть и зачем. Наверное, это одно и то же. Неважно. Как вы понимаете, сейчас, наверное, как никогда много новостей о том, что YouTube, возможно, заблокируют. Или заблокируют его даже прямо сегодня. Возможно, даже пока вы смотрите этот ролик. Поэтому вот что я хочу вам сказать. Если все будет нормально, то ролики продолжат выходить. Но все равно хочу вас кое о чем попросить. Последние 2 дня я активно стримлю на Твиче. И буду стримить каждый день. Так что если все-таки YouTube заблокирует, то можете найти меня на Твиче. Ссылка будет в описании, как и все остальные ссылки сегодня. Поэтому будем надеяться, что все будет нормально. Ну а для тех, кто хочет продолжать за мной следить, смотреть, что я там делаю... Буду делать. Можете подписаться на мои соцсети в духе там ВКонтакте, Дискорд. Ну а самое главное, вы можете никуда не подписываться, но подписаться только на Телеграм. Вот он, вот здесь. Наверное, если я не забуду добавить. Можете телефоном отсканировать, либо перейти по ссылке в описании, она там тоже будет. Там я выкладываю каждый день, что происходит, что буду делать, когда будет стрим. Там даже есть оповещение, что стрим запустился, поэтому это очень удобно. Ну и там вы можете писать комментарии. Я обычно все читаю и стараюсь отвечать. Ну а я надеюсь, что у вас все хорошо, и что с Ютубом будет все хорошо. И был вот такой вот ролик, первый такой на моем канале, и надеюсь последний, с такими грустными новостями. Всем спасибо за просмотр, у микрофона был Фикс, всем удачи, всем пока. Как это делается? Пойдет.